Здравствуйте! Сегодня у нас 30 апреля 2017 года, и я сварила себе такой вот супчик. Туда я положила, нарезала два пучка петрушки, луковицу, две морковки, что у меня еще, одну свеклу. Так... Запотело. Все, запотело. Так что, чего еще? Ну, налила яблочного уксуса немного, картошку сделала, как чипсы. Вот у меня такая терочка замечательная. И здесь вот чипсы можно делать. А здесь я тру все морковочку, свеклу. Супер, руки я не пораню. Это американская, тоже у меня американская такая посуда. И вот так я натерла все это мелко и сварила. А теперь у меня вот такой соус. Я все время говорю, когда я уже тарелочку кладу, то я вот таким соусом, этот суп у меня вот из такого соуса. Наливаю сколько мне надо и его употребляю при готовом продукте. Вот такая вот терочка, просто супер у меня. Потому что все это, механику я не люблю мыть. Тут можно морковочку такую, это мелкой. Но я в основном такой пользуюсь. И вот это использовала чипсовую. Вот эту штучку чипсовую. Так что вот так вот, ребятки. Я приготовила себе такой замечательный супчик. Так что мне это как бы не нужно всякое. Это капуста. Ну вот картошки я тоже мало положила. Три картошки в основном. Я теперь на зелень упираюсь. Вместо всякой капусты все у меня море зелени. Так что вот такой я сварила себе супчик. Ну, всего хорошего. До свидания. Ждем вас на моем канале. Пока-пока. All the best. Bye-bye.